В рамках цикла «Теория малых дел» состоялась лекция психолога-консультанта Константина Кунаха. Встреча была организована Ассоциацией выпускников СПБГУ и новой сцены Александринского театра. Собрание проходило в смешанном формате. Мы знаем уже давно очень разных выпускников, чьи достижения и какие-то научные открытия или благотворительные проекты, или другие инициативы очень хотелось бы как-то выделить, показать миру, обратить внимание общественности городской, что это наши выпускники делают. И, конечно, мы очень благодарны новой сцене за то, что когда мы эту идею изложили, наши партнеры согласились вместе делать такой цикл. Билеты на мероприятие разобрали на сайте Ассоциации выпускников СПБГУ практически сразу же. Однако лекция велась и в прямом эфире. Психолог-консультант, автор телеграм-канала «Страдая с толком» Центра психогигиены «Модус Вивенди» и выпускник СПБГУ рассказал о том, как можно использовать достижения психологии для повышения психологического благополучия. Он пояснил, что благополучие – это норма жизни, точка отсчета, с которой должен начинать каждый, и объяснил, как правильно формулировать вопросы к психологу. Психологическая популяризация достаточно давно идет, ну и мы так, в принципе, догоняем культурные тренды Западной Европы с некоторым отставанием. Соответственно, до нас докатывает и тренд на личную терапию, и частного психолога тоже. В том числе это связано с тем, что накопился определенный объем материалов от молодых психологов, которые вот выпустились уже при интернете, и они популяризируют не за счет публикации монографий, а за счет написания коротких, легких, доступных текстов, создания YouTube-каналов, блогов и так далее. И этот более доступный, более молодежный контент, он как бы охватывает более широкую аудиторию. В ходе лекции поднимались также вопросы, связанные с развитием навыков самопомощи, самодиагностики и саморегуляции. И обсуждалось, может ли человек сам себе их прокачать. Если клиент в психотерапии или в рамках психологического консультирования добивается каких-то успехов, это не выбор между тем, это успехи клиента или успехи психолога. Это вполне себе совмещение этих двух ответственностей. Ассоциация выпускников СПБГУ уже готовит новую встречу из цикла «Теория малых дел». Следите за анонсами на сайте университета. Ксения Мошинская, Вячеслав Макаров, Алексей Чупко, медиацентр СПБГУ.